Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Джейкоб. Короче, Кристин, давай быстрее. Почему каждый день? Вчера. Вчера и сегодня. Джейк, нормально? Позавчера? Позавчера где вы тусили? Спасибо, спасибо. Класс. Ты что делаешь, Джейк? Позавчера мы не были в караоке. Мы идем в роял. Другая сейчас выходит, она одевается тоже. Домой пришел. А что, вы субботу не отмечаете? Да, тусили будем. Спасибо большое. Спасибо. Мы идем как его? В караоке. В роял. Роял. А вы чем заняты в субботу? Кристина сейчас покажется. Сейчас она тоже выйдет. Спасибо. Мы сегодня решили, у нас такой девичник. Мы сегодня решили, короче, нарядиться. Вот. Одеть платье. Татушка. Вот. Да, дома. Вот. Это просто бывают очень редкие моменты, когда я одеваю платье, тем более вечернее. Вот, сегодня как-то в плане палю. Думаете распустить? Мне кажется, с этим платьем будет как-то лучше собранные. У нас сегодня девичник без парней. Блин. В Роял Арбат. Сейчас посмотрим. Мы идем с девочками. Подружка собирается тоже. Сейчас, секундочку. Не знаю, мне кажется, собранными лучше, нет? Как-то мне больше нравится. Даже собранные красивее смотрятся. Ну, я имею в виду, с этим платьем собранные намного как-то красивее. Вот, поэтому лучше соберем.
А сейчас, конечно, вы мне, блин, всю испортили мою прическу. Сейчас придется все заново. Вес у меня сейчас, блин, я чуть-чуть поправилась, где-то 100... Ой, рост у меня 170... 172, а вес 40-47, короче. Ой, я арабка. Нет, мне не нужно ничего набирать, мне нужно наоборот. А как вам, кстати, мой мейк? Мне его сделала Кристина. Собрать, сейчас я соберу. Только мне надо просто как-то вас это... Попа у меня и так, я когда, знаете, сейчас, я когда полнею, мышцы только туда уходят. Блин. Нормально. Все хорошо. Короче, надо мне это. Сейчас я пойду соберу волосы. Тинг-тинг-тинг-тинг. Нетактичный вопрос. Очень неприлично спрашивать девушку про возраст. Давайте, знаете как? А, я вас... Секундочку. Вот. Мне за 30? Господи, неужели я так ужасно выгляжу? Ну, хотя нет, почему за 30 тоже? Всем нам будет когда-то за 30, за 40, правильно? Поэтому вы мне все испортили прическу. Кристина... Только голенькая не выходи. Вот. Короче, сейчас мы к вам зайдем чуть-чуть попозже, хорошо? Сейчас мы соберемся. Соберу я свою прическу. Давайте.